Вітаю на телеканалі «Місто» тих, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь «Місто ранок». Сьогодні гість нашої студії – президент Полтавської обласної федерації кіокушин карате Дмитро Прасолов. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаємо, що цими вихідними у Полтаві пройшов відкритий чемпіонат Полтавської області з кіокушин карате. Розкажіть, будь ласка, про змагання, наскільки вони традиційні, щорічні. Ну, действительно, буквально на этих выходных прошел открытый чемпионат Полтавской области. Ну, существует календарный план у любой спортивной организации, календарный план мероприятий. И вот, в частности, в Полтаве мы проводим два таких больших знаковых мероприятия в году. Это, прежде всего, чемпионат области, который проходит у нас традиционно в феврале месяце, и в сентябрь-октябрь Кубок области под названием «Полтавская битва». Он с прошлого года уже получил даже статус всеукраинского турнира. И мы работаем над тем, чтобы он стал международным. Заинтересовались наши коллеги из некоторых там стран, той же Польши, Беларуси, приезжать к нам. Чемпионат области прошел, ну, по отзывам гостей. Самое главное, чтобы гости, наверное, одобрили, им понравилось на высоком организационном уровне. Съехалось около 250 спортсменов из 7 областей. Это Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, непосредственно Полтава. До речі, хотілося запитати, зараз багато змагань, які проводяться, не приїжджають спортсмени із східної частини України. От наскільки у кіокушин карате така проблема є чи немає? Є така проблема, але я скажу, що це більше зв'язано, мабуть, все-таки, як і все відбуває, на якомусь особистому рівні. Да? Тому що є однозначно проблема з непосредственно физически переехать, да, из одной зоны там в другую. Вот. Но у меня есть примеры, когда ребята, которые остались в Донецке и полностью поддерживают политику Украины, Единой Украины, они приезжают вот буквально по другой из федерации. В эти же дни прошел в Кировограде, например, чемпионат Украины. И ребята из Донецка были и всячески поддерживали. Есть ситуация, когда люди из этого региона покинули страну и уехали в Россию, например. У нас такие примеры тоже имеются. Жизнь розставила людей на якісь місця, і ми бачимо, хто є, хто на самом деле. Зрозуміло. Головне, щоб це не вплинуло на якість змагань, а тут, я так розумію, що все пройшло на рівні, як і планувалося. Да. А у яких програмах хто змагався? Ну, этот чемпионат проходил среди детей и юниоров в категориях от 8 до 18 лет. И проходил в двух разделах. Вообще в кюкушин карате существует два как бы основных раздела. Это кумите, непосредственно бои, да, то, что происходит как бы на татами. Два спортсмена непосредственно дерутся, да, там. И раздел ката, это, скажем так, комплекс формальных упражнений, где спортсмен демонстрирует определенный комплекс движений, так называемый ката из японского языка. Есть стандартные как бы схемы, различные степени сложности, от минимальной как бы сложности до максимальной, в зависимости от возраста, от уровня подготовки технического, они могут там усложняться. Для того, щоб було зрозуміліше, пропоную нашим телеглядачам подивитися уривочок, який наша знімальна група зняла безпосередньо на змаганнях цими вихідними. Оценки татами А. 7-5, 7-0, 7-0, 5-5, 7-5. Савчук Дмитрий, Херсон, приготовиться к Луфтон Артем. 6-5, 6-5, 7-0, 6-0. Оценки татами Б. 5-5. Що ж, ми повертаємося до студії, і це, як я розумію, вперше, так, у Полтаві саме пройшли змагання із
ката? Ну, действительно, мы вот в личном зачете первый раз провели такой раздел. Это почему? Потому что ну, судить достаточно сложно. Именно вот соревнования в разделе ката достаточно сложно судить. Там происходит бальная система, судьи должны поднимать таблички с баллами в зависимости от качества исполнения, от техники, от совершенства ребят. Это 4 судьи, которые по кутках, так? 4 угловых, есть еще один центральный рефери. Вот, там есть бальная система, в принципе, она достаточно прозрачна, сделана так, что вот 5 судей, чтобы понятно можно было бы зрителям, 5 судей, из них все 5 могут поставить разные оценки, да, к примеру, да, можно, но выкидывается из этой баллы, чтобы убрать, скажем так, возможность подсудить, да, своему или чужому, например, поставить меньшую оценку, убирается максимальная оценка, убирается минимальная оценка, и сумма 3 средних, как бы, баллов суммируется, и у кого она больше. Цікава схема. Ну, а так получается, да, действительно, каждый судья, ну, теоретически он может быть заинтересован своему поднять большую оценку. Или противнику, которому он понимает, что он может быть конкурентом для своего спортсмена, поставить меньшую оценку. Угу. Да, а так они, эти баллы нивелируются, меньшая и большая оценка отбрасываются, и с 3 оценок получается средний балл. Да, вот. Вот так вот это происходит. В Полтаве мы действительно провели в первый раз. Во-первых, это интересно. Это есть определенная ниша, и, допустим, ребята, спортсмены, которым, ну, достаточно сложно побороть свой страх и именно выйти драться, да, допустим, со своим соперником. Этот раздел предполагает, ну, как бы, самосовершенствование, нет плотного вообще контакта с соперником, и многие могут здесь себя реализовать, например. Многие достаточно успешно, мы видели примеры и на этом турнире, и это гармонично, это правильно, когда ребята успели выиграть в своей категории в разделе ката, а потом подтвердить свое мастерство и в кумите, и выиграть и там, или получить призовое место. И так должно быть. Но есть возможность, да, где-то участвовать в одном из разделов. Кто-то в ката, кто-то в кумите. Как, до речи, проявили себя полтавцы в таком новом для себя? Достаточно во всех категориях, и наши спортсмены, полтавцев достаточно много было, кроме Полтавской областной федерации, которую я возглавляю, у нас было там 6 инструкторов, которые представляли своих спортсменов, участников. Есть еще Полтавский мисский клуб «Бонзай», который также участвовал в этом турнире. И они также, в принципе, получили призовые места и выиграли. Но основным конкурентом все-таки у нас является сборная команда Херсонской области. Она на сегодняшний день, ну, достаточно на протяжении длительного периода времени является лидерами в нашем виде спорта в Украине, да, и в Европе, наверное. Это наши непосредственные кураторы, с кем мы работаем. Вот. Они достаточно много заняли призовых мест вообще, и в ката, в частности, также. А если взять по всему турниру, загальное командное место визначается? Да, оно определялось, как бы, неофициальный командный зачет, но было награждение, подведены итоги. На первом месте команда Херсона, на втором месте команда города Полтавы, и на третьем месте команда Полтавского клуба «Бонзай» заняла. Поэтому... Тобто непогано полтавцы показали. Да, если бы, кстати, мы, может быть, выступали единой командой, вполне возможно, что и первое командное место заняла бы команда Полтава. Що ж, я в будь-якому разі вітаю вас. І, в принципі, я знаю, що такий результат на чемпіонаті у Полтавській області – це не єдине досягнення. Далеко ви і сам є спортсменом діючим. І, якщо можна, кілька слів про от рік, що минув. Наскільки запам'ятався він для полтавського кіокушин? Ну, прошлый, скажем так, 2014 год был достаточно успешным вообще для нашей организации и для меня в частности, потому что действительно я
там, допустим, кто знает меня, они знают меня с той стороны, как бы с той стороны, что я не сижу на месте, а пытаюсь своим примером тянуть за собой ребят. Я считаю, что это единственный правильный, скажем так, способ привлекать, подтягивать молодежь, потому что во многом как бы и ребята являются достаточно инертными, да, им нужен какой-то двигатель, какой-то... Поштовх побачили, да, так все? Действительно. Ну, и плюс себе, ну, как бы нужно... Это интересно, это жизнь. Дело в том, что для, скажем так, возрастных спортсменов достаточно давно уже, это во многих видах спорта присутствует, и в кюкушин карате также, есть раздел для спортсменов от 35 лет и старше. Там, на некоторых турнирах они делятся 35-40 лет, там 40 и старше. Проходят и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Они проходят в рамках одного мероприятия, могут быть отдельно проводиться. Вот, вот в прошлом году в Японии, вот практически год назад, в апреле месяце, будет год, как я занял там второе место на чемпионате мира по ката, кстати, в Японии. Это, может, после того вы решили в Полтаве как-то его еще? Ну, может быть, да, потому что если мне это интересно, то, может быть, это и кому-то будет интересно. И если это у меня получается, надо, наверное, как бы это развивать, потому что это, ну, такая ниша, которая достаточно, ну, тоже должна быть кем-то занята. Если не мы, то кто-то ее займет, наверное. Это ката, а кумите? Кумите также... Потом прошел чемпионат Европы в мае месяце, где мы, к сожалению, наверное, один из немногих турниров, откуда приехали с пустыми руками. Но любой опыт – это опыт. Это такой... Спортсмен має навчитися програвати, так, і отримувати досвід позитивний. Да. Ну, зато ми, ну, как бы обозлились на себя прежде всего, потому что, как бы, видать, мало тренировались, сделали определенные выводы. И осенью в Польше проходил чемпионат Европы в ноябре, где я выступал в разделе кумите уже и занял первое место. Я действительно... Дуже разозлился, мабуть. Да, я на себя разозлился, я очень много тренировался, готовился к этому турниру, и я считаю, что получилось, и мне было лично для себя приятно. Я думаю, что первое место, тому как найкраще подтверждение. Ну, может по-разному быть, может быть какой-то результат, но все равно им быть недоволен. Ну, я на 90% был как бы доволен. Япония, Польша, где еще были? Значит, буквально около месяца назад мы вернулись из Лос-Анджелеса, из Америки, где проходил также один из престижнейших турниров, открытый чемпионат Америки, весовой, в Лос-Анджелесе. И мы оттуда уже привезли два первых места. Это мой спортсмен-ученик Вадим Боярин занял первое место. И я, опять же, там в разделе кумите занял первое место. А що ж, я знову ж таки вітаю і вас, і ваших спортсменів. Хочеться дізнатися для тих, хто з наших телеглядачів зацікавився, хто теж хоче долучитися ось до такого виду спорту, до такого, це вид карате. Це один із розновідностей карате, да. А куди звертатися, власне, кого шукати? Ну, на самом деле, в городе достаточно большая сеть инструкторов и залов. Мы работаем при школах, в спортзалах школах. Прежде всего, это третья школа в центре, 17-я школа на Леваде, это 29-я школа на Алмазном, это 33-я школа на Садах 1, это 27-я школа в районе Вечного огня. Тут так по месту зручно, в принципе. Да, мы пытаемся, ну, это действительно удобно, когда, особенно в наше тяжелое время, это и деньги на проезд и так далее, а ребенок как-то компактно, когда нам звонит и спрашивает, куда можно отдать ребенка, первый вопрос, а где вы проживаете, да, потому что, если вы, ну, как бы удобно, сюда можно, потому что все ребята хорошие, инструктора ответственные, и я про каждого могу, как бы, сказать только самые лучшие слова. Это, мабуть, в большинстве ваши ученики. Да, в большинстве, как бы, да, поэтому это как
второе мое, да, как бы второе мое я. Вот, поэтому я ими как бы всеми горжусь, и это наше общее как бы достижение федерации. Поэтому, ну так. Ви сказали про школи, з якого віку можна віддавати дитину, для батьків, можливо, хто дивиться, і це з якого віку, і по який вік, от, можливо, наші вже дорослі глядачі теж подивилися, і їм теж хочеться долучитися. Чи це можливо? Абсолютно все возможно. Дело в том, что на самом деле спорт достаточно молодеет, да, особенно в последнее время есть тенденция, что приводит раньше детей, ну, по возрасту раньше. И вот мы года три как начали практиковать группы там с 5 лет. Уже в 5 рочков можно проводить? Можно, и мы как бы разработали достаточно такую интересную как бы программу, там и игровые моменты какие-то присутствуют, и гимнастические, там растяжка, какая-то минимальная акробатика в таком возрасте, ее уже можно давать достаточно в большом даже объеме. Вот. И это успешно как бы внедряется, это достаточно востребовано, и детям нравится, и родителям нравится самое приятное. А межа ось ця? Верхняя планка в нашем случае, она как бы, можно сказать, ну, абсолютно отсутствует, потому что, ну, только разве что как бы физические какие-то ограничения, ну, по здоровью могут помешать. Потому что, ну, нету вот таких жестких как бы требований. Каждый может делать то, что он как бы может делать, да. В большей степени вот так сложилось, что у меня лично занимаются такие возрастные ребята, и самые взрослые ходят, ну, как бы ко мне, да. Вот у нас был такой интересный пример, если есть время, я могу, как бы, у нас проходят еще помимо соревнований, проходят сборы, аттестационные семинары, где к нам приезжает как раз вот наш куратор, тренер сборной Украины из Херсона Сергей Всеволодов. И сборы, когда родители привели детей, дети занимаются, родители сидят и наблюдают на трибуне, а потом рассказывают, что там сидят папы, например, которые привели деток по лет по 6, по 7, папам, ну, около 30, а в рядах тренируются, стоят 40-летние дядьки, да, и потом же мы же общаемся, у нас достаточно плотный коллектив, и родители говорят, они сидят и говорят, так им же, они же старше нас, а они занимаются, а мы сидим. А чем мы сидим? Это, ну, а правильно, если уже вы ребенка привели, почему самому сюда не прийти? Если тем более вы привели ребенка, значит, вам нравится. Тоді це вже якийсь такий родинний, так, вид спорту. І таке присутствує. На самом деле, у мене дуже багато прикладів, коли родители приводили ко мне дітей, ко мне лично, потом занимались сами, уже дети бросили заниматься, а родители занимаются до сих пор. Що ж, на такій позитивній ноті будемо закінчувати. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Впевнена, що зустрічаємося не останній раз. Наші студії, вам, шановні телеглядачі, нагадую, сьогодні спілкувалися із президентом Полтавської обласної федерації кіокушин карате Дмитром Прасоловим.